новому учебному году. Как я вам уже сказала, у нас сегодня классного часа не будет, так как у нас класс один на два кабинета. В прошлом году мы с вами заходили, а нынче зайдут четырехклассники, а у них выпускной класс. Поэтому им нужно, ну, поговорить, классный час провести, да? Мы с вами запишем расписание, и я вам раздам записки. Так, вы подписали в дневниках, да, ты? Да. Все, открываем, записываем. Кто не принес дневник? С первой смены в 8:50 начнется урок, как обычно. Помните? Первое полугодие будем учиться с первой смены. Так, первый урок — русский язык. Первый урок — русский язык. Так, второй урок — математика. Четвертый урок — чтение. Иди сюда, Шастина. Так, сольфеджио. Пока вот за место, или как это правильно сказать, выразить. Место. Мариночки дали мне.